В то время как во всем мире видео удаляют со страниц, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже несколько раз, в том числе и сегодня, демонстрировал некоторые фрагменты этого видео во время своих выступлений. Зачем, мы спросили у корреспондента турецкой службы BBC Акю Алтунас. Эрдоган использует эту риторику в отношении атаки в Новой Зеландии в своих целях, для того, чтобы набрать больше очков на местных выборах. Он уже показал это видео 3 или 4 раза своим сторонникам в разных городах. Согласно некоторым опросам, позиция Эрдогана слабеет, и он таким образом старается их укрепить. Атака в Новой Зеландии стала частью предвыборной кампании Эрдогана. Турецкий президент не выбирает выражения, говоря об этой атаке, и он критикует Запад и некоторые мусульманские страны за то, как они отреагировали на это событие. Кажется, что он пытается показать себя ключевым человеком, главным голосом в мире, который не стесняется называть вещи своими именами.